Давай, мы сейчас с тобой сыграем еще разок открытые струны и посмотрим за большим пальцем, за мизинчиком, чтобы он стоял, да, а этот, чтобы не хватало смычок, вот так. Хватать он не должен, да, вот так вот. Хватать смычок. Он должен быть очень легким. Попробуем. Ре-ре-ре. В этом же ритме скрипка влево смотрит, да? Стоит на плече, и ты стараешься ее не поворачивать вперед. Хорошо? Начинаем с ноты ре, потом ля, ми, ля, обратно пойдем. Вот сейчас у тебя очень хорошая правая рука. Вот прямо видно большой пальчик кругленький. Замечательно. Давай еще чуточку вот так повернемся. Ножки широко и устойчиво. А вот здесь большой пальчик не должен сильно сгибаться, да? Очень хорошая рука. Почувствуй, как здорово стоит мизинчик. Замечательно все. И большой не жмет, да? Не жмет большой? Скажи нет. Разговаривай со мной. Даже со скрипкой мы должны говорить. Поехали. Ры-ры-ры. Пошли. Yeah.
встает на бок. А нам вот им не надо. Thank you.
Ты все сделала правильно. Я услышала мажор, громкий. Я услышала грустный минор. Потом я услышала, кукушка близко кукует, потом подальше, потом совсем улетела. Потом обратно вернула. Все, картина нарисована, молодец, правильно. Давай колыбельную. Она у нас немножко посложнее, требует больше времени. Мальчики встают на те же места, в этой же позиции. Посмотрим, как скрипочка у нас в голове прилегает. К шейке прямо вот. Совсем-совсем к шейке. Вот. Так, а здесь смотри, что произошло. Суставчик тебе нужно раз сюда. Я думаю, что начать нам нужно с колыбельной. Потому что я тогда смогу тебе помочь. Как бы помочь тебе встать. Проверить нотку Си. Тихонечко проверить. Вот, все. Давай, стараемся. Раз, два, три, четыре. Беги, 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 Thank you.
Молодец, вторая часть стала лучше. Вот давай мы сейчас опускай скрипку и подмышку, левую руку отдыхает. Сюда. Во! Левую руку отпускай вниз. Все, пускай отдыхает. Страшно было сейчас играть? Нет? Нормально все? Так, сейчас мы еще разочек сыграем с тобой. Вот сейчас ты старалась играть очень чистенько. Извините, да? Пожалуйста. Сонечка моя сбежала. Она да? пошла, я ей сказала, что может быть покушать, я не знаю. Как... Вы избавились от нее, правильно. Ну, я ей сказала, иди гуляй. Да, она правда. Даже не для того, чтобы мешает, не мешает. Ну, она отвлекает. Чтобы она сама не заморачивалась. Я виновата перед ней очень сильно, но я из-за работы сдержалась на час. Она должна была в начале 4-го выйти. А сейчас начало 5-го.